श्री 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 माधव भक्ति श्री सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत बड़े साष्टांग करवत प्रणाम। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितिनला प्रविष्ट कृष्ण पाद यशोदर सतश्री श्री श्री माधव गुरुदास श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव को यथाजी प्रणाम कर सकते हरे कृष्ण। किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया है прежде всего, Гурудев предложил свои поклоны своим Дикшагуру Вакшиши Бхактисиддханте Госвами Махараджу, Дикшагуру Шипнаранге Госвами Махараджу, всей группе Гурварги. Вопрос Бхактисиддханте Сарасвати Прабхупаде. Нужна ли саду санга? Есть ли острая необходимость быть саду санге? Прабхупада отвечает. Конечно. Пишите, если не слышно. В шастрах говорится, саду-санга, шарва-шастрикой. Все должны быть саду-санги, просто обязаны. Итак, саду-санга необходимо просто. Вот мы садну совершаем, совершать баджан. Какова причина этого? Какова причина того, что мы ставим тилак, носим кантиматы? Это не является баджаном. Что такое баджан? Баджан — это служение. Служение образует самбандхакьяну. Так же, как женщина служит своему мужу, жена служит своему мужу, она думает, я 7 раз обошла огонь во время яги, виваха яги, поэтому теперь это мой муж. И с этим настроением она служит своему мужу. До того, как до этой яги как бы не было установлены эти отношения. Теперь мы совершаем практику только, чтобы самскары установить, и ни для чего больше. Если какое-то препятствие возникает, то мы все бросаем, убегаем. Пока у человека нет самбандхакьяны, то его действие не является служением. Итак, все, что мы усилия, которые совершаем, чтобы служить, это все только благодаря саду-санге. Благодаря саду-санге мы узнали, что Дживира Сварупакой Кришна Иранитидас. Итак, только благодаря саду-санге мы узнали, что Джива — вечная слуга Кришны. И я пришла из Тадасха-шакти. И то, что благодаря тому, что мы забыли Кришну, мы попали в Майю, очаровались в Майи, Бахиранга-шакти, внешняя энергия Кришны. Она как бы отправила нас в эту темницу, в тюрьму материального мира. И постоянно дает нам материальные проблемы. Поэтому саду-санга, она очень необходима. Также мы знаем, что многие люди, они взяли четки. Но сколько из них повторяет по-настоящему святое имя? Те, кто живут в матхе, те, кто постоянно находится в саду-санге. То есть Прабхупада говорит, что баджан совершают те, кто находится в саду-санге.
Многие люди просто берут кантималы, носят немного, потом снимают их, они берут четки у Гурудева. Но, конечно, семечко при этом служении посадил, им Гурудев садит сердце, но пока не начнешь поливать водой сюда санки, то оно не прорастет. Есть два вида растений, маленькое растение и дерево. Если растение не поливать, особенно маленькое, несколько дней, оно вырастет, то есть оно умрет. А дерево уже само может за счет сильной корневой системы питаться из земли. Поэтому если мы с помощью своей садханы дожили до ништхи, то можно в уединенном месте совершать баджан. Поэтому садху-санга просто необходимо. Пример приводит. Например, есть дом, и хозяин уехал куда-то. И вокруг дома забор построен. Но с другой стороны, а с другой стороны дом, там охранник и нет забора. Итак, какой дом более защищен? Там, где живой охранник или где просто забор? Конечно, там, где есть охранник, потому что вор придет, он перепрыгнет забор. Но с другой стороны, дом, в котором есть охранник живой, то он более защищен, потому что человек, он как патрулирует и смотрит. И хозяин более спокоен, что у него охранник, который все регулирует. Так же и мы. Вот наша садху-санга — это как охрана наша. На нашем уровне такая охрана не необходима. Садху-санга необходима. Во Вриндаване говорит про Рупсанта Гаудзимат, про Миши Прабу говорит, у него есть там регистр, в котором он записывает, кто пришел на Англарати, кто не пришел. Есть брахмачари, которые записывали поручение про Миши Прабу, кто пришел на Арати, кто не написан, ну, как, кто не пришел. Кто опаздывает, тот того про Миши Прабу как бы наказывает каким-то служением дополнительным. Итак, мораль такова. Если мы с садху общаемся, то только тогда мы сможем прогрессировать в бхакти. Прабхупада говорит о парихарджа. А парихарджа значит очень необходимо. Без садху-санги мы не сможем обрести благо. Если мы живем одни, в храме тоже мы видим, что некоторые, то есть преданные, они живут в храме, то они естественным образом все приходят на Мангаларати, также приходят на Мангаларати. Но если они живут дома в одиночестве, то они не проводят Мангаларати. Находясь в садху-санге, мы должны развить такую природу, мы должны привычку развивать, что я без Мангаларати я не могу жить, без харинама не можем жить, без киртана я не могу жить, без харикатхи я не могу жить. Нужно сформировать такую сильную природу. И это все формируется в обществе саду. Мы должны в обществе саду развить эту природу. И тогда человек уже развил ништху, да, эту природу, сильную привычку все время быть при этом служении, то он как большое дерево и может уединенный баджан совершать. Поэтому садху-санга очень, она необходима, важна и необходима. Прабхупада говорит, очень важные вещи есть здесь.
Если кто-то... Но садхусанга тоже непроста, потому что если человек думает, что я просто я буду жить с садху, совершать баджан, Прабхупада говорит, что просто жить садху — это еще не садхусанга. Если у вас нет баджана вритти, настроения служения, если человек не хочет по-настоящему совершать баджан, то что случится? То он будет смотреть, сколько собственности у Гурудева, сколько денег и так далее. Он будет думать: ой, я слышу Гурудева, но мотив какой, чтобы когда Гурудев уйдет, я завладею всей собственностью и деньгами. Но бхакти, которая есть у Гурудева, для этого человека не имеет никакого значения. Живя с Гурудевом, мы думаем, что же, такой человек будет думать, строить план на будущее. Поэтому Прабхупада говорит, что просто находиться рядом с садху — это еще не садху-санга. Например, у некоторых садху очень длинные волосы. И есть там, бывает, что блохи заводятся там, и они сосут кровь. Они очень близко находятся к садху. Но что они делают? Они сосут кровь. И это не является садху-сангой. Мой Гурудев, у него... говорил, с каким мотивом пришли в храм. Когда Гурудев ушел, у всех проявился мотив, по которому они пришли в мат. То есть, пока Гурудев присутствует, то мотив скрыт. Но когда Гурудев уходит, сразу проявляется, зачем человек послужил гуру. Борьба за власть, борьба за постачарий, борьба за собственность. Человек оставил семью, работу, всю материальную жизнь, пришел, чтобы совершать баджан. И он опять как бы привязался к собственности. Поэтому мой Гурудев говорил, что Гурудев говорил, что даже миллиметра не надо двигаться вот в этом направлении материальных желаний. Гурудев говорил, вы можете оставаться грехасхашами дома. Вы можете уйти куда-то в святое место, поселиться там, совершать баджан. Но главное, что у вас в сердце, главное, чтобы у вас было желание совершать баджан. Если у вас есть в сердце это желание, то Господь все обеспечит для вас. Поэтому Прабхупада и говорит, что просто живя с садху не даст вам, может не дать вам бхакти. Аня билашта шуньям. Если у вас материальное желание в сердце, то даже находясь рядом с гуру, не поможет вам развить чистое бхакти. Один ученик Рамануджа Ачарьи, он был грехаска. Но пока он был грехаской, все равно у него было очень сильное настроение служения. Рамануджа Ачарьи, он лакшман, сам лакшман. Но те саньяси, которые жили рядом с ним, Рамануджа Ачарья перед тем, как совершить омовение, он наносил масло на тело. И он шел, чтобы совершить омовение, он держался за плечо своего саньяси. И когда выходил из речки, когда он выходил из воды, то он держался за плечо Дхарундара, грихасхи. И ученики думали, когда Гурудев наносит масло, тело, оно как бы оскверненное. Он
крадет, он кладет руку на наше плечо, мы саньяси, а когда он очищается, становится чистым, выходит из воды, он кладет руку на плечо прихастхи. Так у них это материальное настроение по отношению к Гуру. Они думали, Гурудев может быть чистым, может быть нечистым. Намазался маслом, и он нечистый, теперь свернился. И теперь Гурудев решил исправить их сердце. Когда саньяси, то есть они думали, что Дармандар это как у нас грехаска, и он осквернет ниже их. Дарманджачари, он, когда эти саньяси пошли совершать омовение, он поменял их одежды. Они вышли и начали спорить, где чья одежда. Тогда Дарманджачари говорит, вы саньяси отреченные, и вы спорите из-за каких-то кусочков ткани. Где же ваше отречение? То есть, где ваша чистота? И затем он решил еще также доказать, насколько возвышенный Дармандар, его севак, грехасха. Он попросил своего ученика грабить его дом. И этот его ученик пробрался в дом Дармандара и начал с его жены снимать украшения. Но жена, она проснулась и лежала, притворяясь, что она спит. Потому что она думает, о, мои духовные братья пришли, наверное, им что-то нужно. И они, наверное, стесняются спрашивать, ну, поэтому они решили украсть. Ну, пускай воруют. И она, с одной стороны, ее сняли украшения, и она думает, ладно. Она, а с другой стороны, тоже украшения есть. И она думает, сейчас я перевернусь и дам им возможность, чтобы они также сняли украшения с другой стороны тела. И она начинает переворачиваться, они испугались и убежали. И Дармандар, он был на Харгатхе, то есть его дома не было. И когда эти ученики пришли к Рамануджачари, они сказали, вот мы украли вот такие-то украшения золотые. Тогда Рамануджачари сказал, что вы идите и подслушайте, когда Дармандар вернется домой, послушайте, о чем он говорит со своей женой. Ну и вот они слушают. Дармандар спрашивает жену, что, типа, ну, типа, какие новости? Она говорит, тут пришли духовные братья и нас ограбили для гуру Севы. И они даже мои украшения сняли. Я хотел обернуться, чтобы дать им снять украшения с другой части тела. Но они подумали, что я проснулась и убежали. Тогда Дармандар, он начал ругать ее. О, глупая, зачем ты их спугнула? Половина украшений, как бы половина украшений мы не отдали в служении гуру, как потеря в этом. Ученик моего Гурудева, он был грехасха, его звали Сударшан. У него было три жены. Он был из Орисы, одна жена из Орисы, а две других из Бенгалии. Так, три жены. Три-четыре магазина, много денег он забрал. Он ел мясо, алкоголь употреблял, много там ел мяса. Когда он входил в бар, все убегали. У него начинался, у него живот начинал болеть, пока он алкоголь не принимает, то живот не успокаивается. Пока мясо не поест, то ничего, живот болит. Мой Гурудев был настолько могущественным, когда же Махапрабху, он освободил Джигая Мадая, также и Гурудев освободил этого Сударшана. Я поехал в Новодвип на день явления Шримана Махапрабху.
И я видел, что это человек, он пьяный. И киртан шел, этот человек пришел туда. Он дал, пожертвовал 5 рупий. 5 рупий в то время были большие деньги. Прасадам дал прашади малу этому пьяному старшине. Тот получил ту гирлянду от божеств, и его настроение, его умонастроение полностью изменилось. И он тогда спросил: кто твой Гурудев? Кто твой Гурудев? Я хочу принять у него дикшу, и от него несло алкоголем. А Пуджари подумал: какого гуру, он типа пьян. Он говорит: о, мой Гурудев, он в Калькутте живет. Пуджари говорит: где в Калькутте? Он говорит, на Хазара Роуд живет. Сарасват Гаудзимат. И он тогда в пьяном состоянии пошел к Гурудеву. О, гуру, я хотел дикшу. Я хочу дикшу. Тогда Гурудев сказал, говорит, чтобы дикшу получать, нужно 4 принципам следовать. Нельзя азартные игры играть, нельзя интоксикации принимать, нельзя незаконным сексом заниматься. Мясо есть нельзя. Яйца, рыбу и так далее. Если ты будешь следовать этим 4 правилам, тогда я могу тебе дать дикшу. О, Гурудев, пока я 2-3 килограмма мяса не съем, пока я не напьюсь алкоголя, он говорит, у меня, говорит, живот болит, я икать начинаю, и это не уходит. А Гурудев говорит, ну ты быстрее харинаму. И все нормализуется. Я говорю, тебе еще одно условие, пока твоя жена не согласится, тоже, то я тебе не дам дикшу. То есть в Бенгале правило есть, надо, чтобы жена согласилась, чтобы муж получил дикшу. И жена очень обрадовалась, когда муж рассказал. До этого жена, она как бы не позволяла ему возвращаться домой пьяному. Рикшвала его оставлял там на пороге. И тот всю ночь спал на улице, а потом только жена запускала его домой. И когда жена услышала про это, что он собирается дикшу принять, она очень обрадовалась. И он принял дикшу и стал очень хорошим слугой. На своей машине он возит Гурудева. Когда он приходил в храм, он приносил самосы, покоры, каждый день что-то приносил, сладости. Когда из Калькутты он ехал в Пури, брамчари очень радовались, потому что каждый день он организовал каждый день большой просад. Он сам готовил для преданных. Все были очень рады. Я был в Пури. Я помню, как, ну, помню, на моих глазах это все было. И так он был грехаска, жил дома. Вся его семья, вся его семья в итоге стали преданными, хорошим преданными. Это не то, что бхакти недоступны грехаскам. Только отреченные могут совершать бхакти. Нет, грехаски тоже бывают более возвышенные, чем тем отреченные. Дур ме рехте, ми сантохта,
Если кто-то следует наставлениям Гурудева, даже находясь на расстоянии от него, то он находится в саду Санги. Если кто-то живет далеко от Гуру, но у него есть разлука по Гурудеву, он хочет как можно скорее встретиться с ним, поэтому, живя в той же комнате с Гурудевом, это еще не является садусангой, даже следуя наставлениям. А с другой стороны, живя вдалеке от Гуру, но следуя его наставлениям, и это есть садусанга с Гуру. Итак, празднование, которое организуют, например, Джанмаштами. Мы, например, Бхагавад-катху организуем. Мы Джанмаштами тоже будем организовывать. Зачем эти праздники все? Цель в том, чтобы преданные приходили. Джанмаштами украшают храм. Харикатха звучит. Варюси. Варюси говорится, 13 месяцев, 13 фестивалей. То есть, когда фестиваль приходит, то есть, ну, человек может жить там, допустим, в храме, у него падает энтузиазм. А тут фестиваль приходит, и у него как вдохновение появляется. О, надо украсить храм, там нужно там послужить, там что-то. И преданные, и люди получают возможность пообщаться с садху. Бхактипрагья Шокасвами Махарадж говорит, что я 3-4 раза организую большие фестивали, чтобы как бы люди подзаряжали свои батареи энтузиазма. Молодые парикрами, столько много преданных. Раньше вот как, ну, на молодые парикрами было меньше людей. И, то есть, еще в самом начале они как бы ходили от места на место, не возвращались в храм. Они приходили в новое место, там обосновались, готовили, там спали, шли дальше. Искон так сейчас делают они. Они как бы тенты перевозят и каждую ночь ночуют в новом месте. Таким образом совершают парикраму. Бхактипрагья Шокасвами Махарадж, он говорил, обязательно нужно быть на Навады парикраме, Враджамандала парикраме и Радхаятре. Так, Киртан Парикрама, Харинам, Харикатха. Благодаря этой Харикатхе батареи энтузиазмом перезаряжаются. Но и человек может приехать потом домой, он повторяет Харинаму, стути возносит, он тилок ставит, но потом его энтузиазм может падать, и он снова приходит, снова время фестиваля, он снова приезжает в храм, снова видит Гурудева, снова слушает Харикатху, снова вдохновляется. Итак, фестивали в Мадхи, это они организуются с целью, чтобы людям дать возможность быть в саду Санги. Это не то, что... Это не то, что там, о, фестиваль в храме, надо прийти под конец, поесть просад. Посижал Шилу Бхактипрагья Шокасвами Махарадж, например, или Шилу Бхактинараяна Гасвами Махарадж. Его в Харикатха самое высшее. Например, во времена на фестивале Джалана Ятры. Сад,
Арати 8.30. То есть переносили арати прямо на 8 утра. И Шилтнарайн Гусвами Махарадж, он больше важности представлял давал Харикатхе. То есть это Мадха, это место, храм, это место, где человек живет с целью получать духовное знание, не материальное, духовное знание. И если эта цель не выполняется, да, главная цель Харикатха, чтобы она, да, изучалась и звучала, если эта цель не выполняется, то нет смысла в храме. Что такое дживатоя? Что значит сострадание по отношению к дживе? Крия враха дхарму. Чтобы убрать эту криху, крия врату. Те, кто принимают как бы криха врат, это что значит? Это значит, человек клянется, что он будет поддерживать свою семью, дом и так далее. И ничего больше. То есть он, его жизнь ограничивается, его интересы и устремления ограничиваются его семьей. И Прабхупада говорит, что чтобы уничтожить эту грихаврату и помочь ему становиться в Кришнаврате, в этом, на самом деле, это и есть дживатоя, сострадание. И все время нужно помнить о Господу, непрерывно. Кроме Господа не нужно ни о чем думать. То есть, и научить человека жить таким образом, это и есть дживатоя. Человека должна быть на Маручи, вкус по повторению святого имени. Для этих трех целей организуются фестивали в храме. Фестивали, которые организуются в храме, Бхагавадхатха, Харикатха, в чем цель ее? Цель в том, чтобы зажечь бхакти-вритти, настроение, совершать бхакти, огонь бхакти, чтобы разгорелся, который присутствует в нашем сердце, чтобы мы должны развить ручи, вкус харинами, вкус бхакти. Все говорят садху-санга, мы должны общаться с садху. Но тут еще надо понимать, кто такой садху. Только преданный является садху. Тот, кто всегда поглощен перед служением Господу, это садху. Те, кто поглощен чувственным наслаждением, или те, кто отречен от чувственных наслаждений, они не садху. Во время парикрамы мы можем видеть тяги садху, ашам, маха тяги саду ашам. Они отвергли мир. Что они оставили? Все ведь им Господом было дано. Что они оставили? Наш ачарья Бхакти Сагар Махарадж, храм Парам Курдева. Он все за каждой купюрой как бы ухаживал, каждую купюру очень аккуратно складывал. Я спросил однажды, почему вы так аккуратно складываете деньги? И тогда он сказал: знаешь, что это? Что это деньги? Эти деньги — это Шримати Радхарани. Потому что это энергия, которую мы будем использовать в служении Кришне. Если бы не было денег, как мы Кришна все будем делать?
Поэтому без денег Кришна Сева, Говинда Сева, как Кришна Сева невозможно будет делать. Поэтому я уважительно отношусь к деньгам. Эти деньги не для меня, не для того, чтобы я наслаждался ими. Есть садху, те, которые говорят, да мы просто не касаемся денег, они нужны. Но они учеников заставляют первым делом собирать деньги. Нет, это не так. Поэтому я спросил про Прабхупаду. В Бхаг-базаре, в Калькутте, Мадхи, он построил большой храм. Там были стулья. Я спросил про Прабхупаду. О, Прабхупада. Садху живут под деревьями. Обычно как воспринимают садху, что он живет под деревом, у него длинные волосы спутаны. Но вы построили храм, кулеры, стулья. Зачем вы так сделали? Прабхупада говорит, что я это сделал не для себя. Я это сделал для вас. Если бы я жил под деревом и совершал баджан, вы бы вообще не пришли. Вы бы не пришли под дерево ко мне, вы бы не слушали харикатху. Поэтому я построил красивый храм с коврами, со стульями. Теперь вы приходите сюда. Все эти декорации, это не для меня, но для вас. Храм для Такурджи. Такурджи, он хозяин всей вселенной, он все создал. А материалисты, они что думают? Что они делают? Они свои деньги, используют все свои деньги для себя. Деньги Господа для себя используют. Но я деньги Господа использую для служения Господу. Поэтому преданный, храм для преданных и для Господа. Хоги, те, кто трудятся только для того, чтобы наслаждать свои чувства, или тяги, те, кто думают, что о, все материальные блага, это майя, нужно отвергнуть. Если они едят очень вкусные сладости, они думают, о, мы едим испражнение вороны. Если кир едят, о, мы едим испражнение собаки. Это майявади так думает. Но преданные, когда они наслаждаются Махапрасадом, что они говорят? Это такой вкусный. Итак, по-моему, Шримати Радхарани сама готовила для Кришны. Для Кришны, поэтому вот этот Махапрасад такой вкусный. Итак, наслаждение Махапрасадом, которое испытывают преданные, слушая Махапрасад, они вспоминают о Господе, представляют Господа. Поэтому тьяги не являются настоящими садху. Те, кто наслаждается, кто отрекается от наслаждения, не является садху, только преданный является садху. Когда мы общаемся с садху, тогда мы понимаем, что путь наслаждения неправильно. Господь говорит, Иша Панишат, Иша Ватим Идам Сарвам. Господь создал этот мир. Все в этом мире нужно использовать для служения Ему. Путь чувственных наслаждений, купот, неправильно.
Путь Яги также, Випад тоже не путь полон препятствий, проблем. Есть Фальгу, река, река, которую прокляла мать Сита. Она, видно русло, только как песок, но когда песок копнуть немножко, там поднимется еще, ну как бы под песком течет река. Внешне мы носим одежду садху, но мы можем общаться с асад-сангой, в асад-санге быть. Внешний человек, внешне он как садху одет, а внутри чуть наслаждение, наслаждаться материальным миром. У него асад-санга, и это фалгу вайраги, ложное крещение. Но если мы принимаем обет, что мы будем садху, с глубины сердца нужно оставить, то есть стремление, материальное устремление нужно оставить с глубины сердца, чтобы они ушли. Говорится, Гор Амар, это не просто человек просто говорит, что я принадлежу Махапрабху, это не поможет, нужно принять его наставление. Все греховные вещи, которые человек совершает в тайне от других, он же не сможет скрыть этот Махапрабху. Махапрабху, он все видит. Внешне можно кого-то обмануть, но ты не можешь обмануть Господа. И поэтому из глубины сердца нужно убрать асад-сангу. Поэтому человек не должен совершать грех, не должен совершать неправильные вещи, не должен общаться с неправильными людьми. Когда человек становится тяги отреченным, когда Махапрабху, как бы, когда Чхота Харидас умер, когда Махапрабху наказал смерть Чхота Харидаса. Поэтому нужно помнить этот пример. Если мы приняли одежду отреченных, то нужно по-настоящему соответствовать этому статусу. Не то, что я принял одежду садху и внутри культивирую настроение наслаждения. Мы оставили наши семьи, нашу собственность ради чего? Чтобы совершать бхаджанство, чтобы служить вайшнаву, чтобы служить Такурже. Поэтому нужно этим и заниматься. Если мы совершаем... Конечно, мы совершаем садху, но сердце слабое. У нас не стопроцентная садху. Но если мы постоянно... То есть, если мало убрать себя из асад-санги, человек также должен контролировать ум. Если ум устремляется куда-то в неправильную сторону, то нужно его контролировать, нужно возвращать его. Итак, это файли вайраги, это то, что вводит человека с пути бхакти. Ложное отречение — то, что вводит человека с пути бхакти. Так Прабхупада говорит, что привязанность к этому материальному миру — это проблема. И отречение чрезмерное из этого, от этого мира тоже проблема. Какое же настроение правильное? Настроение правильное, что все для служения Господа. Например, считать все майи, 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 ненужное, это неправильно.
все, что окружает нас, все нужно использовать в служении, Господу. Когда человек принимает прибежище чистого бхакти, поэтому, если человек не понимает науку о чистом бхакти, он будет либо привязан к чувственным наслаждениям, либо чрезмерно отреченным, что и ни то, ни другое не является правильным. Поэтому только в саду-санге мы обретаем это знание, все эти тонкие моменты. Поэтому саду-санга, она необходима.